И перед тем, как мы начнем, у нас небольшая рекламная пауза. И сегодня я хочу с вами поделиться промокодом от AliExpress. По моему промокоду вы получите скидку 250 рублей при заказе от 500 рублей. Действует только для новых покупателей. Количество активации ограничено. Промокод действует в России и странах СНГ, не включая Украину. Промокод действительно до 31 января. Промокод и ссылка оставлены в описании под видео. Успевайте вас... Всем привет! С вами снова я, Док Малкин. И сегодня я смотрю поединок, который пройдет 31 января. А именно бой между Фавом Щелягином и Низявом Тремехом. Сейчас он выглядит 80 на 20 позже Щелягина, и я думаю, что он одержит победу единогласным решением судей. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого поединка, кто по вашему мнению победит и каким методом. Также, повторюсь, пожалуйста, поддержать этот ролик лайком или дизлайком, выразить свое мнение по бою в комментариях и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень помогает развитию канала. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграм, ТикТок и Инстаграм, там интересно. Ну и по желанию, можешь поддержать канал донатом. Всем желание спасибо, все ссылки в описании. А мы начинаем нашу трансляцию. И первым нашему вниманию представляется Павел Щелягин. 9 боев, 9 побед, 14 нокаутов и ни одного поражения. А вот и его оппонент. Низав Бомбардировщик Тремех. 12 боев, 9 побед, 4 нокаута, 2 поражения и 1 ничья. Сейчас Шредафель наполнен боксовым правилом, и мы начнем. Первый раунд. Погнали! Атакует Низав. Щелягин пока что защищает. Восьмин попадает в Павел. Неплохо попадает французский боксер. Мимо. А Павлкот. Мимо оба. Помахивает Четлый Мех. Щелягин точен. Мимо. Попадает Низав. Снова точен Четлый Мех и сважу Клинч. Попадает по копушку Тремех. Неплохо. Восьмин. Попадает снова француз. Мимо. Помахивается Тремех. Щелягин точен. Неплохо. Мимо. Попадает по копушу Павел. Мимо. Попадает снова Тремех. Мимо. Попадает снова Тремех. Щелягин отвечает. И пока что слишком пассивно. Павел снова клинч. Мимо. Сунгует по-прежнему француз. Мимо. Попадает Тремех.
Но вот очень фаншуш. Мимо. Лошмен. Хелва уже вышел, и он же крымехом. 10-9 не взял впереди. Why is this guy not throwing punches? I just don't get it, Teddy. Well, there's two reasons usually. One is he's not in shape. In his case, I think he's in shape. He doesn't want to throw. I know that boggles your mind, too. What do you mean he doesn't want to throw? You think it to yourself. He's a fighter. He's in the ring. He knows that he has to throw punches. But if he throws punches, he also has to put himself in a position where the guy's going to throw back. That means he has to take more chances. And some guys would rather not take those chances. И у нас вал номер два. Попадаешь его в фаншуш. Попал, пока что работа больше в целым номером. Сейчас неплохо попал. Неплохо по ковшу побил Силегин. Мимо. Попадает Тлемех. Силегин отвечает. Неплохо, здесь вот не жал. Павел отвечает. Мимо. Попадает Лемех и прорисован Шелягин. Вот это да. Но пока что фаншушки боксер сейчас насчет активности перерабатывает нашего боксера. That got dropped in a round, and he wasn't Mima. Doing real good up to that point. After that, he fought better. He boxed better, he fought better defensively, and when the fight was over, I said, good job. You know, he whispered to me. He whispered, did I get knocked out? Yeah, he did. But he didn't know what had happened. I realized then, he was fighting on instinct the rest of the night. Amazing story. По косу бил. Не жал. Лошмен. Keeping his hands up, getting way of his opponent's effort. He's doing a really good job here. Мимо. Шелягин попадает. With a good reason, Teddy. You can tell he's got a counterpuncher mentality. What's the key to being a counterpuncher? Неплохо здесь вот Тлемех. And understanding what you have to get your opponent to do to help you, because this doesn't work on you. It's not like the front end where you create it. It's a little help from your opponent. He's got to come in. You got to draw him in to throw a punch so you can make a miss. And then you have the alleyway to land something. Попадает Павел и уже прошел фаншуш. Клинчует Тлемех. Пытается добить Павел, но так не спеша. Обменялись боксеры приглашениями. Откуда Тлемех? В локу попадает сейчас фаншуш. Папа пока что предпочитает работать с вторым номером. Лошмен. Неплохо. Керлинч. Мимо. Попадает Тлемех. И то все-таки минимально за фаншужем. 20-18 Тлемех ведет. Yeah, well, what you have to do now in the corner, Joe, what you alluded to is you have to revitalize the fighter. Put some cold water on his head, on his neck, you know, get him ready for the next round and give him some good advice. Tell him how to get away from some of those shots. Keep your hands up, all right? You have to keep your hands up. Keep your hands moving, keep busy, and you beat him to the punch. И у нас вал номер 3. Да, Павел. Well, that's the reward you get when you have a good camp and you get yourself in top shape. Getting rid of that punch from his opponent, well blocked by the beast from the east. Неплохо. Мимо.
попадает Лемех. Снова точно не жал. Отвечает Шелягин. Клинч. Мимо. Клинч. Неплохо. Точно снова Павел. Неплохо здесь вот Тлемех. Неплохо. Мимо. Да, не жал. Павел отвечает. Неплохо. Мимо. Да, снова Тлемех. Клинч. That his legs may not be completely underneath him the way he wants them to be after being stunned earlier. He's really hanging on in there. He's tying up a lot. Yeah, but he's being allowed to. I have to say that right now as a trainer, that he's allowed to do that. His opponent should not cooperate with him. He should take a little step back and make sure he takes advantage. Don't let him tie up. Good exchange. He fires back. Попадает на фэншуш и покажет Шутклич, что он смотрит все лучше. Мимо. Флешмен. Мимо. Флешмен. Right hand to the body. И третий раунд также за Тлемехом. 30-27 не жал, ведет счет. All right. You are dominating this fight. Keep it up. Just keep doing what you're doing. Deep breath for me. You're in control of this. Just keep it up, all right? Nice work. You don't need that. Throw that away. А в шансе счет 29-28 года Тлемеха и у нас овал минул 4. Вашмен. Мимо. Попадает Павел. Снова точен Челягин. Клинч. Well, two aspirin and then go, oh no, actually I would say a little counterpunching would be just what the doctor ordered. That's a better prescription. Мимо. Попадает фэншуш. Мимо. Снова попадает Тлемех. Шелягин отвечает. Мимо. Попадает Тлемех. Мимо. Шелягин точен. Мимо. Помахивается Павел. Мимо. Помахивается Шелягин. Тлемех точен. Неплохо. Здесь вот Павел Серж.
Точно ты на мех. Павел отвечает. Неплох. Попадает аж Шерлеген. Вашмен. Снова Вашмен. Точно ты на мех. Кэрлинч. I can imagine throughout your career you've been all over a lot of fighters for lack of movement. Yes, very, very frustrating because you start to wonder, does he want to win the fight? That's what you start to wonder. Kalinch. Well, supposed to be fighting, but instead he's hugging. Mima. Точен ты на мех. Много попускает Павел. И четвёрт раунд также за французов. Шоу 36, ты на мех пока что впереди. Teddy, you know, you really got to admire how accurate he is. I mean, he makes the most of what he throws. Yeah, he makes it count. This is a guy who doesn't want to waste anything. Listen to me. Your best defense is to throw punches. You need to throw more punches. That'll keep him away. И у нас раунд номер 5. Вашмен. Мимо. Точно ты на мех. Попускает Павел. Ответил по корпусу со Шерлеген. Неплохо здесь вот и ты на мех. Мимо оба. Мимо. Да, это для меня. Шерлеген отвечает. Right. Мимо. There, nice, nice. Good defense upstairs to stay away from that offensive assault. Вашмен. Точен ты на мех. Мимо. Помахивается Шерлеген. Ты на мех точен. Попадает Павел. Мимо. Точен француз. Павел отвечает. Но пока что, конечно, француз попросту перерабатывает своего оппонента. Защищает же Шерлеген. Мимо. Мимо. Кэрлинч. А то в хорошей игре дошел Павел. Телемех точен. Мимо. Неплохо. Вашмен. Точно ты на мех. Вок попадает Павел. Помахивается. В концовку попадает Павел.
Ну и что этого, пожалуйста, вам забивает. Если подашь вашего оппонента, шовок 9, шовок 6, тренер впереди после первой половины боя. Посмотрим, что нам покажет вторая половина боя. But I know what not to tell him. I wouldn't tell him he's up. I wouldn't tell him to let up. That's one thing for sure. I tell him, keep doing the same things you're doing. Stay right with it. How you doing? You keep your hands up. Don't worry now, right? I need you to focus and keep your hands up. Keep working the jab. И у нас вау номер 6. Попадает Лемех, Селягин отвечает. Вашмен точно не жал. Вашмен мимо. Давит франшуш. Селягин попадает по корпусу. Неплохо. Мимо. Вашмен. Снова обменялись боксёры ударами. Мимо. Попадает Павел. Кажется, вау, мы с вами наблюдаем. Клинч. Очень много попаданий в блок пока что. Попадается Силягин, Телемек сразу же отвечает. Неплохо. Мимо. Попадает Телемек. Мимо. Точно Силягин. Мимо. Is wanting the counterpunch here, but that doesn't seem the route to go here in this fight, Teddy. No, he has to be honest with himself. Помахивается Телемек, Селягин тоже мимо. In all walks of life, you know, in the ring, especially you see it right away. You kind of peek at it right away. It's obvious. Maybe he doesn't want to see what he has to see. Мимо. Then he would have to discipline himself. He's not ready to do that. Then he would have to make the change. Maybe he just wants to leave it this way. At the end of the day. People are gonna say, oh, that guy fought kind of fight that you know, hard to fight with, you know, and he has an excuse. Maybe that's what's going on right now. Keep working the jab. Good. Мимо. Just like that. That's your legging. Final 10 seconds. Touching to Лемех, Вашмен. И со штрафом все-таки тоже же Телемеха. 55. И у нас вау номер 7. Пошел сразу в атаку Телемех. Сразу он хочет показать, кто здесь главный. Павел попадает. Снова точно Телемех. Павел пока что бездействует. Это уход.
has been well Mima. Off the mark. I like the fact he's willing to throw, but he needs to land more. Yeah, he needs to calm down and think. Помахивается ты на мех. Точно не жал. Мимо. Опередился Спайл, что вы вызови. Точен Тулемех. Пока что именно он диктует, как проходит поединок. Мимо. Точен Тулемех. Мимо. Помахивается не жал. Мимо. Мимо. Точно Шилеген. In desperate need, Teddy, a little bit of advice here. I mean, here we are in the middle rounds. Точно, he's a decent fighter, but these are not going his way these middle rounds. What would you be giving him for advice? Yeah, you're right. This is where the corner kind of earns their keep a little bit. I would tell him, remember what you are. You know, it looks like he's confused right now. You know, he's in no man's land. You know, he don't know if he's a guy who fights inside, a guy who fights outside. You know, just ramp on to one thing. Мимо. Попадает Тулемех. Мимо оба. И седьмой раунд также закончился на боксе. 69-64. Не жал, Тулемех ведет счет. Letting this guy get away. Come on, this is it. You gotta make it a fight now. You can't just move around. You gotta move your hands in there. All right, let's go. No need to get excited. We came to win. Round number 8. А он сейчас волшебник Павел ведет 68-64. Вот это да. И у нас раунд номер 8. He's making him do what he wants to do without even coming forward. You know, he's pushing him all over the ring, but not with any physical force. Just by making sure that he controls the guy mentally, that he makes the guy feel a pressure, and makes the guy react the way he wants him to react. Staying away from those headshots with his defense up top. Here's something that's a key factor now, and that is his ability to simply defend himself. He's doing a wonderful job at it. Мимо. Yeah, he is, and that gives him the ability to always be fresh and confident round after round since he's not taking a lot of punishment. Точно, Шедлагин и подвлечен фаншуш. Но никуда в Павел не спешит. Отвечает Лемех. Мимо. Вашмен. Точно Павел. Снова Вашмен. Кэрлин. Вашмен. Мимо. Помахивается Тулемех. Точен Шилеген. Вашмен.
Видно, что Форсос устал, напарился, но не спешит идти в атаку, его все устраивает. Точен Чилагин. Мимо. Think you can try to hit me up top. You can't. Great movement. A very good movement, very good vision. He sees everything. To do this, you have to be very calm. He's very точно. Calm. Точно. Клемер Шлеген ответил. Мимо. Попрыгать Клинча была отпала. Но сейчас неплохо покупал, что Шлеген-то попал. Неплохо. Попадает Шлеген и снова протащил Клемер. Пытается забить сейчас Павел, но у него пока что не выходит. Спасается Клинча Фаншуш. Мимо. И восьмой раунд. Все-таки за Павлом. 78. 74, Клемер впереди. Sometimes these judges, they do tell you things differently. Right. Hopefully that's not the case. Well, he's up way on the punch stats. I know he's ahead on your scorecard, and you can just tell everything that's happening in the ring, he's in control. Stop. I want you to double up that jab, then finish off the hook. Okay? One, two. He's empty now. That was all of и у нас раунд номер 9. Мимо бьет Клемер, Шлягин выжидает и попадает. Неплохо. Мимо. Точен Павел, опять кот. Мимо. Попадает по копушу Шлягин. Неплохо. Кэтлинч. Мимо. Клемер попадает. Мимо. Вашмен. Мимо. Попадает Павел. Точный Клемер. Мимо. Точно. Не жал, Павел отвечает. Ну, насчет усталости у француза поединок выровнялся, но не более. Даже в таком состоянии Клемер пока что может что-то предпочтительнее. Мимо. Даже успевает перекрыть сейчас французский боксер. Yes, it is, and you know it's only a matter of time. You know that goes into the old computer, the old brain, where the guy remembers that, and the next time he's gonna capitalize. Вашмен. Неплохо, блядь, Фаншуш. Вашмен снова. Мимо. Мимо, оба. Мимо. Точен Павел. Мимо. Targeting that belt line with the right hand. Попадает Чилагин, и все, что этого все-таки ему
отдам за это вал, так как если бы не гонг, скорее всего, нокдаун все-таки бы случился. 87-84, замер впереди, придется заключить на вауну. Where are the teachers? Where are the trainers? He should be able to get away from punches. With his experience, he should do a better job than he's been doing tonight. Gotta let it go. Just relax. All right. All we need is water up there, and that's it. You don't need that. I'm gonna throw that away. И у нас заключительный раунд. Вашмен. Мимо. Точно Тулумех. Шедаген неплохо сейчас попал. Покошу вот Павел. Неплохо здесь вот Шедаген. Мимо. Оба. Снова Вашмен. Неплохо сейчас Павел. Мимо. Попадает Тулумех. Мимо. Вашмен. Мимо. Вашмен. Мимо. Снова попадает Шенлеген. Вашмен. Мимо. Попадает Тулумех. All night long. Keep moving, keep moving. Мимо. Попадает Павел. Вашмен. Точно. Павел. Мимо. Попадает сейчас Фаншуш. А у нас, кстати, пошла последняя минута поединка. Мимо. Попал Павел. Апперкот, причем Тулумех. И все-таки первый нокдаун получает. Вот это да. Все-таки он произошел. Смотрим, как это было. Но даже с учетом этого нокдауна, Павел бой проигрывает. Но нокдаун получил всякого силы. Пытается поднять Тулумех. И ему это удается, бой продолжается. Мимо. Мимо. Кэлин. Попал Павел. Тулумех отвечает. 95-94 Тулумех. Ждем судейского решения. Yeah, I mean, if you saw it any other way, you'd have to put a warning out the next time these judges judge a fight, kind of like on a pack of cigarettes, you know, this could be hazardous to your health. И победу судейским решением одерживает Павел Шедаген. Квальня, полное решение судьи. Фаншуш негодует, и его понятие можно. Listen, he was the better fighter, he was the busier fighter. 98-89 все в пользу Шедаген. Тулумех подает это первый и третий раунд. А что же за Павел? Причем начиная с 8-го раунда стали давать 10-8. Хрена, нокдаун был только в 10-м раунде. Что ж, давайте обратимся к статистике.
Селягин попал 174 удара из 389, Трлымех 238 из 760, упал Ша 2 из 175 в голову, еще 12 из 214 в корпус, Урови Живи 55 из 245 в голову и 184 из 515 в корпус. По раунду: первый 13-24, второй 20-26, третий 18-28, четвертый 19-27, пятый 18-26, шестой 15-24, седьмой 10-23, восьмой 21-16, девятый 18-24 и десятый 22-21 плюс нокдаун. Что ж, на этом все. Посмотрим, как же на самом деле пройдет этот поединок. А с вами был Black Falcon. Если вам понравилось это видео, ставьте большие пальцы вверх, пишите комментарии и подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, ведь это очень сильно помогает развитию канала. Подписывайтесь на группу ВКонтакте, Телеграм, ТикТок и Инстаграм, там интересно. Ну и по желанию можете поддержать канал донатом. Заранее спасибо. Все ссылки в описании. Всем пока!